Здравствуйте, компания Progress Auto. Краткий обзор экскаватора Komatsu PC20. Сразу же скажу, что глубина копания в районе 3 метров здесь у нас. Ковш. Все пальцы, гидроцилиндры. Все, естественно, мазанное. Всегда поддерживалось в нормальном состоянии. То есть по Японии это все шприцевалось постоянно. Стрела, фонарь в рабочем состоянии. Металлические гусеницы у нас здесь. Соответственно, износостойкость у них достаточно высокая. Можно использовать практически бесконечно. Отвал, естественно. Косметическое состояние экскаватора рабочее, нормальное. Козырек. Понятно, что все. Все функционировало, работало, но тем не менее. Все в рабочем, отличном состоянии, сиденье. Экскаватор отлично функционирует. Собственный вес его 2 тонны 400 килограмм. Мощность двигателя в районе 26-28 лошадиных сил. Естественно, двигатель дизельный. Я думаю, что по состоянию все отлично видно. Как бы то ни было, экскаватор очень надежный и бесконечно работоспособный, соответственно. Если нужен экскаватор на металлических гусеницах, который сможет выносливо и долго работать на любых поверхностях абсолютно, то Komatsu PC20 идеальный вариант. По состоянию гидронасосов и вообще всех гидросистем все отлично, то есть экскаватор без проблем отжимается, естественно, и на отвале, и на ковше, и одновременно, как угодно. Все гидролинии здесь у нас сухие, целые, поэтому приезжайте. Компания Progress Auto будет рада показать, естественно, отправить этот экскаватор в любую точку страны. Всего доброго, до свидания.